В Самаре станет больше школ и детских садов. Также поддержку окажут транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки. Об этом стало известно на 16-м заседании Думы городского округа с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Главной повесткой стало перераспределение бюджета на важные социальные направления. Ведь доходность городской казны на 2021 год превысит 32 миллиарда рублей. Благодаря новым безвозмездным поступлениям средств из вышестоящих бюджетов. Мы провели сегодня изменения в бюджет, потому что прожили, так сказать, финансовое календарное полугодие. Сегодня мы, так сказать, выслушав предложения от всех руководителей, внеся свои предложения, потому что они формируются в ходе тоже жизни, с мест, как говорится. Таким образом обеспечат софинансирование строительства образовательных учреждений и благоустройство территории вокруг них. Конкретно это детский сад в Кировском районе, подъездные пути, это очень важно. Это софинансирование второго корпуса школы на Пятой Просеке. Ее там жители и дети очень ждут. Заложили в бюджет и приобретение помещений для создания дополнительных мест в детских садах. Перераспределены субсидии на школьное питание в учебных учреждениях, которые вводятся в эксплуатацию в этом году и уже 1 сентября примут первых школьников. А именно 26-я школа на Пятой Просеке и 68-я в Новой Самаре. Андрей Горгуленко, Ольга Хамракулова, Николай Пифанов. События.